Югорчане Анастасия Морозова и Семен Сучилов выступят в составе сборной России в Рупольдинге. Там сейчас проходит 5-й этап Кубка мира по биатлону. Наши земляки примут участие в спринте, эстафете и масс-старте. В связи с плохими погодными условиями мужской спринт перенесли на 17 января. Таким образом, завтра на старт выйдут и женщины, и мужчины.